Здравствуйте, друзья, на связи Кузнецов Дмитрий. Ролик нашего подписчика, спасибо большое. Ролик неплохой, я бы его назвал «Обрушение надежд звонаря». Давайте послушаем, как говорится, тот самый наш любимый жестячок, который часто вы у меня просите. Ну, я вот вам выкладываю, пожалуйста, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. Итак, поехали, компания «Эверест» в очередной раз, мазохисты. Здорово. Ждите соединения. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Метухов Владислав Игоревич. Все разговоры записываются. Вы Семен Евгеньевич, верно? Угу. Замечательно. Звоню по поводу вашей задолженности перед компанией «Микрокредит». На данный момент она составляет 97 тысяч рублей. Компания выставила требование вам начать производить оплаты до 6 числа этого месяца. До 6 от вас поступает сумма в размере 5550 рублей. Сколько, сколько? 5550 от вас поступает? Не, не поступает. По какой причине? А по какой причине ты мне звонишь второй раз сегодня уже? Второй раз? Да. Но мы, во-первых, это идет автодозвон. А до этого вы нам звонили. Не, слышь, ты чувырла ебаная. Вы что, 230-й закон, вам похуй на закон? А вам, как вы относитесь к 807-й статье? Да я вообще никак не отношусь, ебанутый. Вообще никак. Как вы не относитесь? Ну, вы нарушаете договор займа. Не, ничего не нарушаю. Вы подписывали дополнительное соглашение на взаимодействие. Ну и чё? Вы не помните такое? Не, не помню. Мы вам можем звонить. Слышь ты, Ишак ёбаный, я тебе ещё раз говорю, мне похуй на все ваши дополнительные соглашения. Есть закон Российской Федерации, блядь. Слышь меня, Ишак есть ебучий? Есть закон Российской Федерации. Да. Вы его нарушаете, уклоняясь от уплаты. Да, блядь, ты ебанутый, Ишак, блядь, иди в суд. Ишак, иди в суд, если я что-то нарушаю. Будет... В суд мы не пойдем. А, ты не пойдешь в суд? Будет обращаться компания «Микрокредит». Ну, обращайся, чё? Будет обращаться. А вы в курсе также, что вы уголовную статью нарушили? Да что ты говоришь, блядь? Вот ты сказочник-то ебаный, блядь, а? Вот ты ебаный сказочник, блядь. Уклонение. Иди, блядь, дурачок бабушек разводи, блядь, с дедушками. Ишак ебаный. Иди маму свою разведи, блядь. Папой. Ишачина, блядь, бестолковая. Семен, и, блядь, этими своими сказками, своими разводи папу своего с мамочкой своей, блядь. Сказки, когда они тебя молочком поить будут, блядь. Сказки вы в книжке. Слышь меня? Будете. Сынок, блядь, ты меня слышишь? Сынок. Сынок, ты меня слышишь, блядь? По займу. Сынок. Я слышу, вы меня, папа. Ты меня, сынок, слушай, блядь. Я тебе говорю, ты послушай взрослого человека, блядь. Папу своего. Папу с мамой, блядь, своего пугай, блядь, этими уголовными статьями. Дурачок, блядь. Слышь меня, Ишак, блядь. Семен Евгеньевич, адекватно воспринимаете? Я тебе еще раз говорю, Ишак, ты Ишак, бестолковый, глупый взаимно, Ишак, блядь. А именно, Семен Евгеньевич. Ну и все, что, разговор взаимно. Закончим, блядь. Взаимно. Давай, до свидания. Давай, до свидания. Приставал по месту. Давай, до свидания, Ишак. Ишак, давай, до свидания. До свидания. Давай, до свидания.